Последние годы государственные программы нацелены на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. На площадке торгово-промышленной палаты начинающие предприниматели могут не только получать все необходимые знания и связи в области ведения бизнеса, но и возможность продвигать свой продукт на рынке товаров и услуг. Каждый активный предприниматель, который хочет использовать торгово-промышленную как социальный лифт, безусловно, можно это использовать и реально работать на нашей площадке. Защита бизнеса, юридическая поддержка, семинары и обучающие программы для молодежи на площадке университета кооперации – это далеко не полный перечень деятельности ТПП. Удобный формат вебинаров для студентов и бизнес-сообщества будет в этом году активнее развиваться. У начинающих предпринимателей появится возможность заявить о себе и реализовать свою идею. Плодотворная программа сотрудничества палаты с администрацией округа позволяет реализовать в Мытищах в том числе ряд социально значимых проектов. Вот эта вот программа предполагает создавать дополнительные места именно для людей с ограниченными возможностями, включая в этот процесс не только власть и представителей общественных организаций, а именно представителей работодателей. «Мытищи под защитой» – название нового совместного проекта, развитие которого позволит предоставить дополнительные рабочие места в округе, в том числе людям с инвалидностью. Также на сегодняшний момент прорабатывается направление бесплатного добровольного медицинского страхования школьников. Конечно, это проект в первую очередь социальный, но, конечно же, и для палаты, и коммерческой составляющей присутствует. Если на вопрос, опять же, предваряю вас вопрос, возможный, на чем зарабатываем, это, конечно, рекламе. На рекламе. То есть для родителей это бесплатно, а дело очень важное, потому что ребенок становится застрахованным. Мытищинское бизнес-сообщество насчитывает 110 предпринимателей. По традиции, на каждом общем собрании союза, кроме представлений перспективных проектов, происходит знакомство и прием новых партнеров ТПП, которым вручают членские билеты. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День».